20 минут о красоте, которая проявляет себя в любое время года и при любых обстоятельствах. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. В начале выпуска бьюти-тренды наступившего сезона и идеи с ними связанные. Как преобразить свою внешность, чтобы радовать себя и окружающих. Золотистый загар – обязательный атрибут летнего сезона. В сложившейся ситуации придется получать искусственным путем. В качестве идеи можно рассмотреть уникальное изобретение – единственную в России кабину бесконтактного автозагара. Принцип действия основан на биомагнитном поле, что обеспечивает безопасное и равномерное нанесение бронзатора. Рассказывает СПА-оператор имидж-студии Елены Ивановой Евгения Лазуко. Добро пожаловать в уникальную систему распыления загара макияжа Dead Soul Sun Makeup. Когда вы будете готовы к началу сеанса, поставьте ступни ног на специальные металлические пластинки, став лицом к колонне загара. Вы услышите шум от воздушного потока непосредственно перед тем, как начнется распыление. Когда начнется распыление, непрерывно и медленно поворачивайте корпус тела из стороны в сторону для равномерного распределения спрея загара. Распыление спрея загара производится за 6 секунд. Машина с помощью мелкодисперсных форсунок распыляет равномерно состав, полностью натуральный, на основе тростникового сахара. При такой системе нанесения автозагара исключается воздействие ультрафиолета. Средство наносится на кожу и вступает в реакцию и дает очень красивый оттенок. Для того, чтобы загар держался дольше, перед сеансом рекомендуется провести скрабирование. Капсула фламинго, которая создает в ограниченном объеме эффект хамама, то есть распариваются верхние слои кожи. И за счет того, что мы скрабами ухаживаем за кожей, снимаем верхний слой эпидермиса, у нас загар будет держаться дольше. Бразильский загар без визы и перелета. Звучит фантастически, но это реально, причем всего за 6 секунд. А в течение 4 часов после процедуры пигмент взаимодействует с кожей и окончательно схватывается. После этого необходимо принять душ и наслаждаться бронзовой кожей. Кстати, загар не оставляет следов на одежде и сходит равномерно. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. А что сегодня из себя представляют эти ткани? Здесь участвуют и нити, и шнуры, и ленты, вырезанные из ткани, ленты из сетки, металлические элементы, нити с пайетками, бусины. Создатели этих тканей называют бойцами невидимого фронта, ведь их имена известны в основном в кругах профессионалов. Но именно эти художники и технологи принимают непосредственное участие в высокой моде. В ряду таких незаменимых скромная и изящная, как все французское, фабрика Малия Кент. Ее создатель Мишель Сарана, она была художником. И она ничего не знала про производство ткани, не была знакома со станками ткацкими. Она просто создавала эскизы тканей из очень необычных материалов. И ее фантазия не была ограничена ничем. Ей посоветовали свои вот эти эскизы отправить Габриэль Шанель. Это было в 1961 году. Она так и поступила. Габриэль, когда увидела эскизы, она пришла в восторг. Настолько они были интересными, новыми. Тут же, после того, как Габриэль Шанель включила эти ткани в свою коллекцию, посыпались заказы от Ив Сен-Лорана, от Армани, от других марок самого высочайшего уровня. Более чем за полвека фабрика Малия Кент сохранила преданность креативу и высокой моде, пригласив в свою компанию инновации. Сейчас они вот эти свои идеи воплощают на современном оборудовании при участии новейших IT-технологий. То есть как это все сегодня происходит? Идеи черпаются со всего мира. То есть приглашаются дизайнеры с разных точек земного шара, они рисуют ткани, свои идеи. Дальше делается отборка уже руководителем компании. И затем уже специалисты подключаются, которые эти идеи могут переложить уже в технологии. На сегодняшний день, что нового эта фабрика нам предлагает? Они выпускают уже не ткани, у них есть возможность выпускать определенные детали уже с обработкой борта, с карманчиками и даже с пуговицами. Вот такой ноу-хау они ввели. Эти ткани, как и модели, из них созданные, существуют в единичных экземплярах. Они приравниваются к шедеврам, которые с годами только растут в цене.
Ювелирный бутик «Частная коллекция» представляет уникальные работы ювелирного дома «Моисейкин», шедевры которого украшают коллекции президентов, монархов, премьер-министров, звезд кино и сцены. Эксклюзивный представитель дома «Моисейкин» в Челябинске – ювелирный бутик «Частная коллекция». В настоящий момент работаем в режиме онлайн. Телефон плюс 7 922 705 80 85. Новые весенне-летние коллекции – это не всегда про обувь и одежду. Этой весной компания «Макфа» презентует пилотную детскую серию безглютеновых макаронных изделий. Отличительной чертой детской безглютеновой новинки «Animals» стали натуральные добавки – шпинат и томат, которые приумножают пользу и повышают привлекательность готовых блюд. В детской серии от «Макфы» уже есть традиционные макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Веселый алфавит, подводный мир, любимые игрушки. Любой обед или ужин превратится в познавательное и нескучное обучение. Кстати, макфики обладают еще одним уникальным свойством. Они хорошо впитывают соус, потому что для изготовления этой серии используется бронзовая матрица, которая придает макарошкам характерную бархатную поверхность. Центр косметологии «Мерлин». В нынешних условиях мы работаем с соблюдением всех мер предосторожности. Для вас мы рады представить по демократичным ценам лазерную и электроэпиляцию, аппаратное и инъекционное омоложение, удаление шрамов и тату, выполнение и коррекцию татуажа. Звоните 268-0507. Центр косметологии «Мерлин». Ждем вас на улице Свободы, 32. Прейскурант на сайте вселенка.ру. С наступлением режима самоизоляции мы много времени проводим на кухне. Вот и со съемочной группой Beauty Time мы отправляемся туда же, для того, чтобы узнать что-нибудь новое и непременно полезное. И снова мы на кухне, и снова с нами Екатерина Пашнина, архитектор, дизайнер, фотограф и сторонница правильного питания. Сегодня мы сделаем печенье. Оно хоть и из льняной муки, но оно не совсем правильное с точки зрения каких-то вот классических современных канонов правильного питания, потому что тут есть сахар, здесь есть сливочное масло и здесь есть яйца. Вопрос тебе на засыпку. Какие можно будет из этих продуктов заменить и на что для того, чтобы этот рецепт был еще более правильным? Вот. Ну, сливочное масло можно в первую очередь заменить кокосовым, как вариант, а также топленым. Сахар заменить можно как сиропом топинамбура, сиропом кленовым, так и кокосовым сахаром, либо сахарозаменителем. Итак, печенье из геркулеса и льняной муки с льняными семечками. Поехали. В первом этапе мы смешиваем масло. Здесь примерно грамм 180. С сахаром. Ложек 6-7. Сливаем для того, чтобы более воздушно получилось. Если мы это все сбиваем венчиком, то более воздушное тесто получается. Но это не всегда нужно. Иногда достаточно просто, вот, чтобы это были такие печеньки, для того, чтобы просто что-то есть мучное. 2 яйца. Яйца для выпечки, мы помним, да, они должны быть комнатной температуры, то есть их так же, как и масло, можно за пару часов вытащить из холодильника. Вот. И эту массу тоже мы взбиваем. Вообще классический рецепт этого печенья был с пшеничной мукой. Вот. Я переделала его на льняную, и поскольку льняная, она такая более плотная, добавляем на глаз. Такая должна быть вязкая консистенция. Следующий этап – это тоже на любителя. Знаете, как можно сбивать, можно не сбивать масло с сахаром и яйцами. То же самое касается овсяных хлопьев. Их можно просто добавить, а можно их попробовать размельчить. Во втором варианте получается такой какой-то более кондитерский, а не более такие рафинированные получается. И мы это теперь высыпаем. Размешиваем. Да, высыпаем, размешиваем. Для текстурности можно добавить цельных хлопьев, можно добавить орешки, можно добавить изюм. Вот. А мы в нашем случае добавим льняные семечки.
Ну, а дальше начинается рукотворчество, что называется. Берем небольшую часть. Чтобы они одинаковые получались, для начала можно, например, чайную ложку с горкой. Вот. И придаем какую-то форму. Около сантиметра получается толщина. Расстояние делаем, ну, сантиметра два, потому что немножечко они раздаются. Когда тесто уже готово, даже если рецепт не предполагает, например, там полчаса в холодильнике и так далее, любому тесту лучше минут 15-20 постоять, оно тогда схватывается. И иногда кажется, что, например, хочется муки добавить, да, как-то получилось не той консистенции, к которой привыкли. Вот 15 минут, и там будет действительно та консистенция, которая потом нужна. Останется, да. И отправляем в духовку 180 градусов на 12-15 минут. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. По статистике, более 80% посетительниц педикюрного кабинета имеют поверхностные представления о работе специалиста-подолога. О нем обычно знают те, кто сталкивается с проблемами неправильно сделанного педикюра, после которого ногти растут не так и не туда. Тут-то и приходит на помощь специалист узкого профиля, который занимается патологией ногтей на ногах и состоянием стоп. Мастер маникюра-педикюра, он может увидеть, что что-то в ногтевой пластине не так, и обязательно, конечно, отправить к мастеру-подологу, чтобы просмотреть существующую проблему гораздо глубже. Но есть, к сожалению, такое, что специализации мастерам не хватает, повышенной квалификации, то есть они забывают про это. Женщины же у нас как? Все это накапливается, накапливается, потом они приходят, естественно, уже в кабинет подологии. Еще 10 лет назад об этой профессии мало кто слышал, а найти грамотного эксперта было очень сложно. Вросшие ногти чаще всего удаляли хирургическим путем, а натоптыши и мозоли спиливали самостоятельно дома, приводя к еще большим проблемам. Обыватели так поступают, то есть мы не знаем чаще всего, как подстригать. Подстригли как нравится, но есть виды ногтей определенные. Для этого и существует подология, чтобы вы не только пришли и поухаживали за своими ноготочками, например, узнали у врача-подолога, мастера-подолога, в кабинете подологии, все, что с этим связано, как подстригать правильно. Потому что мастер уже высокой квалификации вам правильно расскажет, как подстричь, какой уход выбрать, что сделать. Сколько раз в месяц приходить? Один раз в месяц, один раз в полгода. Это все индивидуально. Специалисты утверждают, что консультация подолога не будет лишней и взрослым, и детям. А пожилым людям рекомендуется посещать такого специалиста регулярно. Ведь риски болезни ногтей и кожи стоп с возрастом увеличиваются. И лучше выявлять их на ранних стадиях. Мой первый совет, и мне кажется, единственный. Вы ходите изначально в салон, вы ухаживаете за своими бровками, ресничками, волосиками, ноготочками. Но на ножки нужно обратить особое внимание, так как все точки у нас, это вообще полностью говорит о нашем общем здоровье. Сходить на осмотр, я думаю, это не трудоемко. Выделить хотя бы час, 30 минут времени на простую даже консультацию. Мозоли стержневые, обывателю не обязательно знать об этих неприятных явлениях. Но знать о том, где принимает хороший подолог, просто необходимо. Другими словами, было бы неправильно свои представления о педикюре сводить исключительно к эстетике и гигиене. Школа маникюра и педикюра «Лаки». Учим грамотно и с душой. Лучших выпускников трудоустраиваем. Онлайн-запись учеников и моделей на сайте luckyschool.ru. Имидж-клуб «Светлана» при поддержке фирменного магазина корейской косметики «Тони Молли» представляют проект «Модель X».
Правила стиля, тенденции моды, разбор гардероба, эффективный шопинг, грамотный уход за лицом и телом. 2 месяца интенсивных занятий со стилистами и бьюти-экспертами и всего 12 участниц. Запись на онлайн-кастинг по телефону 263-57-37. Подробности на сайте светлана74.ру. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Макфа. Первые для первых. Вы смотрите Beauty Time. Красивые события в формате No Comment в завершении выпуска. Первый финал 2020 года, конечно же, не последний, очень интересный. Я на самом деле хочу сказать, что это самая мощная битва блогеров Челябинска! Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале. Обратная связь в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, комментируйте и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».